Коллеги, всем привет! Я нахожусь в Уфе. Это замечательный город, просто великолепный, на мой взгляд. С Артуром Борисовичем, наш франчайзинг-партнер. Недавно переехали, относительно недавно, несколько месяцев, да, я так понимаю, в новый офис. Тут 1000 квадратов нету, но что-то близко, да? 900 квадратов. 900 квадратов. Вот. Ну, то есть сейчас вы увидите просторно. Это третий этаж торгового центра. Это в центре города расположено, в самом-самом. Административный бизнес-центр. Исторический центр города. Ну, тут прям шикарно. Тут памятник у вас знаменитый. Салават Юлаева. Вот прям недалеко здесь. Да. Пешком быстро. Пойдемте посмотрим офис. Результаты впечатляют. Там за небольшой период времени большой рост. Молодцы. Спасибо. Ну, так объективно. Никто не ожидал, Василий, что называется. Пойдемте смотреть. Кать, привет. Добрый день. Так, рассказывай. Ты у нас на ресепшене давно? Давно, год. Год, да? Что тут интересного? Интересные люди, интересная атмосфера, хороший вид. Слушай, какой самый необычный случай был? Необычный случай? Они все необычные, каждый день так происходит, все необычно. Но, день на день не похоже. Недавно приходили китайцы, говорили на китайском и пару слов на русском. И ты поняла? Ну, я поняла, что нужно позвать англоязычного. А, специалист? Ну, у нас есть такие, да. Все, ладно. Слушай, надо было мне позвонить, я по-китайски нормально говорю. Они так, справились. Да, так не сомневаюсь, и ты бы справилась. Ладно, молодец, спасибо большое. Так, топовые риэлторы, да? Да. Так, я с ними сегодня почти со всеми обедал, кстати. Ну да, Ирина, Александр. Да, были. Офис, слушай, шикарный, да? Офис шикарный, коллектив хороший, дружный. Слушай, все круто. Так, пойдем дальше. Артур Борисович, как вот такая зона у вас, да, просто классная? Ну, на самом деле, да, когда в клиентскую зону люди попадают, то, во-первых, первая реакция у всех, что офис очень теплый, он притягивает к себе, и очень многие удивляются или там ломается впечатление. Ну и вид из окна, конечно, на все новостройки города. Да, тут надо посмотреть. А тут все новостройки, да, видны? Очень инстаграмный вид, особенно когда меняется погода, рано утром или поздно вечером, прям как надо, да. Ну сегодня погода стандартная, все хорошо. Так, и коллеги, обратите внимание, и не только коллеги, какие потолки высокие, если честно. Сейчас тут вентиляция что-то делает, я так понимаю, с пожарной, сигналистами. Меняет систему пожаротушения, но в целом здесь очень высокие потолки, здесь очень настроена система вентиляции, здесь не душно. И вот этот панорамные окна, они настраивают на работу. Угу. Так, давайте зайдем. Так, здесь у нас сердце любого бизнеса этажей. HR-рекрутеры, HR-руководитель отдела найма. Так, у нас здесь, я уже познакомился, естественно. У нас Валерия, руководитель отдела найма. Ксения, рекрутер. И Венера, рекрутер. Вот, тоже давно фиг, мы-то хороший диалог уже провели. Немножко расскажу по себя. Я уже больше полтора года в этой компании. Меня пригласила моя сестра, ипотечный брокер, кстати. Кто у тебя? Марина Магадеева. А, твоя сестра? Да, она моя родная сестра. Я очень рада, что попала в эту компанию, потому что здесь дружный коллектив, то есть хороший заработок. То есть работа очень интересная, потому что связана с людьми, а люди – это всегда интересно, это новые связи, новые знакомства, ну, работа мне приносит удовольствие. Нанимаю я хорошо. Очень хорошо. Я знаю, ты мне говорил, что тебя хвалить надо. Да, я люблю себя сама хвалить, конечно же. Что еще рассказать? Ну, расскажи, вот чувствуешь гордость, когда людей зовешь, они становятся риэлторами, повышает свой доход, как у тебя внутри тепло, как вот? Это самый любимый момент, когда новичок выходит вообще на первую сделку. Я всегда очень рада, то есть, потому что я приношу таким образом пользу людям, потому что у них жизнь становится лучше. То есть для них это не только там заработок, это для них также расширение их кругозора. Я так понимаю, но не каждый HR-рекрутер может работать. Ну, это есть такая проблема. Есть. Расскажи, такая, вот какие качества нужно HR-рекрутеру обладать? Во-первых, нужно действительно искренне любить людей, то есть любить общаться с ними, любить анализировать, естественно, на этапе интервью как минимум. И вот эти качества, они в любом случае в работе помогают всячески. То есть как тебя воспринимает коллектив, как тебя воспримет изначально кандидат на входе, на собеседование. Вот без этих качеств, я думаю, будет тяжело. Ну и, конечно же, стандартное – это аналитическое мышление какое-то, возможно, мне помогает, допустим. У тебя какое образование? Управление персоналом. Прямо ты по специальности? Да. Ксения, ты? Вообще, моя специальность называется прикладная информатика менеджмент. То есть ты у нас
Я и программист, и сисадмин, и вроде менеджер, и также немножко педагог, потому что я педагогическая. Так, это мы уже поняли, есть что-то педагогическое, знаешь, такое? Возможно, возможно. Скажем, у меня такая универсальная профессия, но я выбрала себя в направлении HR. Слушай, я думаю, ты будешь очень эффективно развиваться здесь. Я надеюсь. Так, жалко, время мало. Слушайте, я так бы еще, конечно, пообщался. Мы, на самом деле, сегодня минут 30 хорошо пообщались, 20, да, мне кажется, все обсудили. Хотелось бы больше. Мне тоже, знаете, хотелось бы больше. Вот, ну, время. Как таких талантливых рекрутеров где вообще взяла? Тут еще Насти нету, да, она тоже молодец, я с ней пообщался, тоже супер результат. На самом деле, я считаю, что подобное притягивает подобное, что мы как-то так вот, у нас создали удачный тандем, схожих, наверное, по темпераменту и по нашей вот именно трудоспособности людей, которые собрались в одном месте, в одном отделе и продолжают развивать его, развиваться как специалисты в этой компании. Я думаю, что нашего отдела будет большое будущее. Все, слушай, молодцы. Знаешь, говоришь, как заученный текст. Прям молодец. Так и надо. Ну, результаты на самом деле впечатляют, если честно, HR-департамента в Уфе. Мы это видим, Артур Борисович там отмечает успехи, то есть, ну, я думаю, что я не удивлюсь, если сюда через года три приеду, а тут уже 1000 человек. Меня вот лично это не удивит. Я бы точно пришел бы сюда работать. Ладно, все, спасибо. У нас сейчас ипотечный департамент. Вот у нас Эльвина и Марина, замечательные два ипотечных брокера. Я так, насколько знаю, ну, у нас Марина так... Как она мне сказала, между руководителем и ведущим специалистом, да? Да. Вот поэтому давай, рассказывай в двух словах, как у вас дела идут по ипотеке. Дела хорошо, мы видим оживление рынка. У нас сейчас большой наплыв на ипотеку, очень много по субсидированию заявок. И я думаю, что тенденция будет сохраняться, и мы ожидаем, что к Новому году мы свои показатели улучшим. Слушай, сейчас с твоей сестрой общался. Да. Вот, это ты ее сюда привела, да, получается? Да, да. Слушай, ну это надо, если есть сестры, еще приводи. У меня есть еще одна сестра. Она еще не здесь. Нет, она работала в Миассе в этажах тоже. А, в Миассе в этажах? Да. Ну, я, кстати, завтра в Миассе буду. Нет, она уже там, к сожалению, все не работает. Все уже, ладно, да. Все. Ну, в Миассе-то живет? Да, в Миассе живет. Ну, может, живет сюда, в Уфу? Ну, вот, может быть. Так, ладно, давай по ипотеке. Да. Как вообще, в чем сложности сейчас основные? Одно время, я так понимаю, клиенты приходили, но не сильно сделки шли, да? Да, у нас был большой клиентопоток, но так как у нас была высокая ключевая ставка, да, клиенты одобрялись, но выжидали моменты, когда ключевая ставка упадет, и был такой отложенный спрос. Сейчас эти клиенты уже все надумали, да, ключевая ставка стала комфортной, платеж по ипотеке стал комфортный, и у нас очень, не знаю, как у вас в городе, у нас очень много по субсидированию интересных предложений, это тоже подогревает. Ну, так сейчас спрос. Во всех городах. Сейчас вот, да, я в Питере 10 дней был, там просто сплошь и рядом это все. Ну, это действительно платежи для нас интересные, и клиенты могут платить такую финансовую нагрузку, это подогревает действительно спрос по ипотеке. Так, слушай, как специалисты растут у нас, как вот Эльвина, сейчас я ее спрашиваю. Да, Эльвина у нас работает полгода, она зашла изначально к нам, да, как помощник. Сейчас я уже понимаю, что это практически полноценный ипотечный брокер. Я думаю, что ей вначале было непривычно и сложно, но сейчас у нас же такая многообразная работа, очень будет интересно. А вообще, изначально я тоже работала в агентстве недвижимости сразу после университета, но, к сожалению, оно закрылось, и я нашла... Как такое... закрылось? Вообще, что ли? Да, закрылось по всем трем городам, потому что было неликвидное. То есть оно... по новостройкам только ориентировалась. Так, не потому, что ты там работала. Нет, не поэтому. Я, ну, судя по 70-м, хороший. Вот, и мне порекомендовали именно этажи. Я пришла на собеседование, мне все очень понравилось по условиям. Я увидела Марину, какой она хороший специалист. И она меня взяла, и, в принципе, я думала, что из такого неопытного новичка я становлюсь, я прям сама чувствую, что я становлюсь уже более как-то высококвалифицированным брокером. Поэтому мне все нравится. Все, ладно, слушай, молодец, просто молодцы. Я думаю, тут по ипотеке, ну, я так понимаю, расширять будешь штат? Да. То есть у вас помощника сейчас нет, да? Сделан помощник? Ну, Эльвиной была. Нет, а еще же у вас? У нас вот есть Алексей Макаров, он, да, у нас там. Там где-то. С риэлторами. С риэлторами, да, сидит. Ладно, понял, по нему потом в следующий раз подойдем. Хорошо. Так, ну ладно, спасибо большое. Да. Спасибо. Так, пойдемте дальше. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Хорошо. Все нормально? Да. Ну, слушайте, я тут с юридическим департаментом, все в порядке, я знаю. Да, у нас дела хорошо, я считаю. Все онлайн? Все онлайн, у нас даже сделки регистрируются, у нас есть сделка, где у нас продавец вообще за границей, сделка прошла великолепно. Онлайн прям, да? Да.
То есть вот наша своя электронная регистрация, да? Это которую мы купили. А с вашей электронной регистрацией у нас клиенты приходят, допустим, к вам в офис в Тюмени или в офис там на Сахалине, а наши там клиенты или покупатели продают сюда. То есть мы их видим. Вот. У нас там внутри всякие нюансы бывают с электронной. То есть у нас можно с Сбером делать, есть внутренняя своя, город может сам где-то. То есть мы за конкуренцию. Где удобнее, там пусть и делают. Конкретный вот кейс каждый подходит. Я считаю, что это правильно. Да, мы тоже предлагаем 6 вариантов электронной регистрации, поэтому мы даже через госуслуги проводим электронную регистрацию. Вот мы с Росреестром, кстати, по этому поводу встречались, что через госуслуги точно так же формируем ЭЦП, стоит чуть-чуть дешевле. Ну, готовится. Аудит каждой сделки тут тоже по полной программе, тоже своими силами делаете. Делаем. Слушайте, молодцы. Мы же даем финансовую гарантию, юридическую, сертификат даем. Застраховали ответственность ВСК. Ну, вот, так, у вас, получается, тут юристы, да, сидят? Это вот не все юристы, это риэлтор сидит. У вас к вам, да? То есть у нас такой первый раз, я такой еще не видел. Поскольку сейчас уже рабочий день закончился, она пришла заявку делать, и вот нам рассказывает вообще как, что, онлайн-задаток завтра, чтобы нюансы все точно... Что, нам всем расскажешь? Я так понимаю, ты его первый раз будешь делать. Да, я буду делать в первый раз. В связи с тем, что покупатели уехали за город, чтобы их лишний раз не вызывать, не приглашать, мы направляем документы уже в личный кабинет, и непосредственно они ознакомливаются электронно. И, соответственно, как сказать, происходит электронная подпись, отправляют сообщение, и таким образом происходит подписание. Цикл прошла уже или только начала еще? Только начала. А до этого не делала, да? Правильно? Нет. Почему? Ну, не было такой необходимости. Да, ну, тоже правильно, молодец. Ладно, ну в целом, как вообще работает? Вроде рынок оживает, он что-то май-то июнь, говорит, так не очень будет здесь? Ну, уже да. Сейчас все нормально, загородная, да? Недвижимость, да. Ладно, ну хорошая идея сюда прийти, у вас стол отдельно прям выделен, да, вот здесь? Нет, пожалуйста, свободен. Просто он свободен, да, и поэтому я заняла. Слушайте, вы молодцы, что мне у вас тут атмосфера понравилась, если честно. Мне кажется, такие вещи. Спасибо, очень приятно. Да, очень комфортно все. Все, спасибо большое. Спасибо. Так, кстати, я еще сейчас вот где мы забыл, что у нас Гульнара и Гуль, они родные сестры. Да. Да, мне подходят, потом говорят, скажи, что мы родные сестры. Все, что тут это нормально, вот поэтому говорю. Ну, реально похоже, кстати, да? Продолжаем, спасибо. Так, риэлторский зал, да? У нас open space общий, порядка 700 квадратов, условно разделенный. Ну, вот здесь open space 700 квадратов, да, но это круто. Ну, поскольку конец рабочего дня, то большинство людей... Не, мы уже снимаем уже 7 час примерно. Да, большинство людей... Точнее, 6:30, что ли? Ничего себе. Артур Борисович, у вас тут вентиляция просто идеальная, я смотрю, да? Тут она как промышленная какая-то. Да, тут прям, знаете, как будто в лесу находишься, такое ощущение. Вот легкие продышиваются капитально. Плюсом система кондиционирования. Здесь 8 кондиционеров на все помещение. Они автоматизированы, то есть в нужный момент включается, выключается, температура поддерживается оптимально. Ну и плюсом... достаточно новая мощная система пожаротушения. Да. Спасибо. Так, пойдемте. Я вот со Светланой Тагировной уже пообщался. Тяжела роль менеджера у нас в этажах или нет? Как вообще? Вы знаете, когда мне предложили эту роль, я на самом деле думала, наверное, месяца три. Это же такая ответственность. А, думали, помимо того, что я ответственна за своих детей, теперь я еще и ответственна за свою группу. Двое детей, да? Да. Вот. И как бы это мои дети, и мы стараемся с ними, конечно, выходить на результат. Думаю, что результаты неплохие, да, Артур Борисович, но мы будем стараться делать больше. Молодцы. Во сколько на работу приходите? В 9:30. А, вот там где-то, да? Ну, я понял, тут это, в Уфе все-таки чуть позже обычного начинаю. У меня такое впечатление возникло. По-разному? Ну ладно. Сказали по-разному, значит, косвенно согласны. Ну, честно скажу, когда ребенок в школу, то я к 9 часам уже обычно. Ну, понятно, ну ладно. Ну, слушайте, я знаю, что вы как риэлтор. Там чуть ли не на 5-м месте, да, получается? В этом месяце получилось, что на 5-м. На 5-м. Ну и как менеджер уже успешный очень. Слушайте, все, молодцы, поздравляю. Будем стараться, спасибо. Все, спасибо. Так, пойдемте. Сейчас хотел пообщаться с топ-1, с Рафаэлем. Рафаэль у нас одновременно еще супруг Марины. Мы ипотечного брокера, мы общались. Тут все взаимосвязано. Так, Рафаэль, привет. Я знаю, что ты супер топ у нас здесь. Да, простой. А? Да простой, ладно, да. Да. Все всегда супертопы так говорят. Две ноги, две руки. 3 года лидируешь, да, я так понимаю? Да. Агдавал первое место, было такое, или всегда первый? Пару месяцев. Пару месяцев, за 3 года только, это да? И то на рыбалку съездил. Долго ты ездил. Слушай, за счет чего? Вот давай так, объективно можешь оценить? Ну, объективно, наверное,
Скажу так, что я приходил в офис даже, когда двери были закрыты, писал на бумажке. Если это 5 минут 9 было и офис закрыт, я уже в чат писал, говорил, что почему двери закрыты. Ну сейчас во сколько открывают? Сейчас уже все открывают рано, 7, сколько да? нужно. Столько да. открывают. Если скажем, завтра нужно вас там 6 откроется. В чем основная сложность, на твой взгляд, новичков? Ты же много их видел. Так вот, какой совет можешь дать новичкам? Могу сказать, что когда я начинал, профессию не так была популярна и востребована. Сейчас вижу, что новички приходят с других сфер, и они уже более грамотные. Тут вопрос, наверное, усидчивости и трудолюбия. Нужно понять, что первые 2-3 месяца нужно поработать, вложиться. Это как учеба в институте. То есть до экватора работаешь на зачетку, а после экватора зачетка работает на тебя. То есть ты уже экватор прошел? Да, я уже прошел экватор. Поэтому, понял. Наверное, в этом сложность. Все думают, что недвижимость, здесь большие чеки и большие зарплаты. Они действительно есть, но в будущем. Слушай, с супругой вместе, да, как это... Нормально, как это? Советуешь такую практику или нет? Она была в декрете, после декрета надо было выходить, пригласила. У вас же двое детей, да? Да, двое детей, да. Вот пришла, холодные звонки не для нее, тяжело было, как раз освободился ипотечный брокер. А, то есть она сначала риэлтором пришла? Да, да, да. Все, понял. Да, она прошла это все. Ну, на самом деле, мы с ней на работе, как сотрудники, ну, то есть я только обращаюсь к ней по работе, ну, то есть дома уже... Менеджером планируешь быть? Я, кстати, 1 августа... Да, я вот хочу спросить, скажем так, я просто уже общался предварительно, да, у нас... 1 августа у меня новая должность. Вот Гульнара, кстати, мой первый сотрудник. Ну, все, все. Поэтому для себя понял, что сейчас отдавать свои, делиться своими знаниями и стараюсь, чтобы у Гульнары получалось, это, наверное, для меня больше награда, чем мои собственные. Все. Слушай, Рафаэль, спасибо. Давайте дальше успехов будем на это. Зато не смотреть успехи. Спасибо. Все, молодец. Так, и давайте дальше пройдем. Я так понимаю, здесь у нас новички, да? Вот, давайте, пожалуйста, расскажите в двух словах. Маргарита у нас молодец, месяц работает, я уже с ней пообщался предварительно, да? Вот сейчас это небольшое интервью, так, Маргарита, рассказывайте. Что именно рассказывать? Как вообще дела? Сколько в компании? Отлично. Как пришли, почему выбрали? На самом деле я приехала из города Люберцы, это Московская область, год назад. Я в Москве работала директором Литуаля. Магазина, да? Да, именно магазин. А где в Люберцах? В торговом центре, да, где-то? Нет, я работала именно в самой Москве, я проживала в самой в Москве, да. Все понял. Вот. Угу. То есть я... Так, вот. Расскажите, что сподвигло переехать? Ну, семейное дело. Семейные обстоятельства, так да. Назовем. Будем все. Так называть, да, у меня здесь живут родители, угу. И поэтому у меня была переоценка ценностей, я хотела быть поближе к ним. Это правильно, кстати. Вот. Я пошла в агентство недвижимости работать. Можно не буду называть, какое агентство недвижимости. Пошла работать руководителем отдела продаж. Через 1.5 месяца меня назначили директором этого агентства недвижимости. Так. У нас были перестановки, и я стала директором по развитию. То есть в мои обязанности входило это привлечение новых сотрудников, адаптация, ну, я имею в виду собеседование, соответственно, обучение также и адаптация. Просто как бы я сказала, что новичок именно в компании так, та же. Слушайте, дайте угадать, что там случилось. Агентство, похоже, закрылось. Почти, будем так говорить. А что, ну, или капитально косты порезала и решила всех подсократить? Нет, никого практически не забирала с собой. Нет, я имею в виду то агентство, или оно просто закрылось? Нет, оно функционирует, работает, но, честно, я как бы проанализировала, то есть понимаю, что агентство может функционировать, будем так говорить, без меня. Мне нужны новые возможности, и я просто знаю, что я могу большего и намного больше как бы дать другой компании. Ну как у вас первый месяц соответствует ожиданиям? Да. Что не соответствует? Такая пауза была? Нет, я просто имею в виду, что мне достаточно сложно перестроиться. Ну, у нас такой сложный бизнес-процесс. Там надо пахать первый-то месяц, чтобы все понять. Я систему. Это все прекрасно знала и всегда об этом всегда говорила, что прежде чем добиться, нужно очень-очень много вложить. И сил, и усилий, и энергии, и возможностей своих. То есть в
этом плане. Как бы я знала, на что я иду. Сейчас у меня немножко другой взгляд. Я хочу немножко другие позиции. Ну, амбиции, вот. То есть у вас есть. Снова? Снова, да. Снова. Но для того, чтобы их реализовать, мне нужно повариться именно в этой кухне, будем так говорить. Я хочу именно поработать в качестве пока риэлтора. Слушайте, это правильная политика? Будем. Потому что мне теперь этих знаний не хватало. Согласен, согласен. Это правильный подход. Я вообще считаю, любой управленец, если он не понял основы труда, ему тяжело потом управлять. Конечно. Вот это так, что нормально. Так, вот по рынку, как вы уже там разобрались в рынке вообще? В рынке разобралась. Я смотрю, у вас прям квартира открыта. Она ваша, нет? Да. Все уже выставили. Тяжело, нет? Сколько квартир взяли? Я за первый месяц практически 16 квартир. Слушайте, нормально. 9 квартир у меня рекламируются на Авито. Единственное, что такой немножко, наверное, минус сделала, чтобы сейчас быстрее выходить на результат, нужно было брать эконом-класс. Я сделала акцент на элитной недвижимости. А менеджер вам подсказал? Да, она мне сказала, что элитная недвижимость – это наш десерт, а основной хлеб – это, конечно, эконом-класс. Интересное. Вот сейчас я перестраиваюсь, будем так говорить. Слушайте, Маргарита, ну ладно, вы молодцы. Благодарю. Давайте вам удачи, теперь будем следить за успехами. Я тоже познакомилась с вами заочно, зашла на вашу страницу в Инстаграме. Вы сейчас там появитесь. Спасибо большое. Вот, на самом деле, как бы не было такой задачи. Спасибо, что выбрали взять интервью именно. Вот. Вы очень интересный человек. Я думаю, что многому можно научиться. Все, спасибо. От вас. Спасибо. На тренинге-то были сегодня? Не были? Да, нет, я была. Все, ну, где-то... все, что вы сказали, это все прям зашло, да? В душу. Все, хорошо, ладно, давайте. Вам спасибо. Откликается. Надеюсь, на это посмотрим. Я надеюсь, там через года 2-3 приеду, а вы уже тут один из руководителей. Нет, я никого смещать не буду. Зачем смещать? Надо создавать. Создавать? Конечно. Ну, новые группы большие. Случайности не случайно. Согласен. Все, спасибо большое. Благодарю. Спасибо. Все, спасибо. Так, слушайте, ну молодцы. Все, давайте где-то. Для месяца много сделали, если честно. Благодарю. Да. Артур Борисович, ну спасибо за такой быстрый рост, динамику. Вот, коллектив у вас реально замечательный. Вот, как душа вообще? Ну, мы хотим большего и очень сильно большего. Все, давайте. Спасибо. Молодцы.